Витамин С. Наш организм не может его вырабатывать, поэтому нам необходимо обеспечивать себя витамином С самостоятельно. Скажите, пожалуйста, почему натуральные экстракты витамина С более эффективны, чем синтетические? Потому что их состав не нарушен. На самом деле аскорбиновая кислота не является витамином С. Она лишь один из его компонентов. Исследования, которые проводил в том числе нобелевский лауреат Лайнус Полинг, подтверждают, что витаминный комплекс состоит из аскорбиновой кислоты, рутина, каротина, ликопена и ксантофилла, а также разных пропорций витамина В2, В6, магния и железа. Если не хватает какого-либо из этих компонентов, организм работает хуже. Ролью витамина С является влияние на синтез энзимов, необходимых для выработки витамина D, E или K. А витамин D играет очень важную роль, особенно у женщин. Но употребляя хлорофилл и витамин С, нам не нужно будет дополнительно принимать витамин D, так как организм сможет выработать его сам. Смысл в том, что мы должны снабжать свой организм витамином С, состав которого полон и оптимален, то есть натуральным витамином С. Еще недавно считалось, что L-аскорбиновая кислота выполняет ту же роль, что и витамин С, что не является на 100% правдой. Анализируя продукты, доступные на мировом рынке, нам первым удалось объединить в одном продукте три растения, в плодах которых содержится наиболее оптимальное количество витамина С. Если конкретно речь об ацероле или барбадосской вишне, ягодах каму-каму и польском шиповнике собачьем, который, кстати, недооценивают. В 100 граммах шиповника содержится столько же витамина С, сколько и в ацероле. При этом следует помнить, что шиповник является фитомедиционным растением. Это значит, что растя вблизи автомагистрали при помощи взаимодействия корней с определенными микроорганизмами, он может обеспечить себя веществами, которые активно связывают тяжелые металлы. Употребляя витамин С, добываемый из местного шиповника, мы дополнительно получаем нейтрализацию тяжелых металлов, которые могут попасть к нам в организм. До недавнего времени считалось, что витамин С предотвращает такое заболевание, как цинга. Сама болезнь возникает из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Характерным признаком, по которому можно определить цингу, является разрушение десен и выпадение зубов, но это уже поздняя стадия заболевания. Дополнительным преимуществом витамина С является тот факт, что он влияет на синтез коллагена. Он необходим для того, чтобы коллаген мог вписаться согласно генетическому коду в наш организм и попасть туда, где он более всего необходим. Еще одним положительным моментом является влияние витамина С на эффективное действие глутатиона, то есть движущей силы нашего иммунитета. Глутатион регулирует уровень гормона счастья дофамина и отвечает за нормализацию гормонального фона в организме в целом. Что важно, когда уровень дофамина правильный, нам не угрожает явление кратковременной памяти. Причиной этого недуга является избыток аммиака, который, в свою очередь, появляется из-за забитого толстого кишечника. Что еще важно, глутатион исключает так называемый ангиогенез. Этот медицинский термин относится, в частности, к ненормальной сосудистой системе, которая питает патогенные, то есть болезнетворные клетки. Именно так начинается рак. Слишком быстро делящиеся клетки имеют несоответствующую генетическому коду систему дополнительного питания. Простыми словами, появляется среда обитания, то есть место, где клетки делятся гораздо быстрее обычного, и происходит изменение заряда клеточных мембран. Клетки, создающие какую-либо ткань, всегда снаружи имеют отрицательно заряженные ионы. И когда в одной из клеток начинается мутационный процесс, он меняет ее заряд. По принципу разности потенциалов к этой положительно заряженной клетке начинает поступать большое количество питательных веществ и появляются дополнительные сосуды.
Витамин С следит за тем, чтобы все соответствовало нашему генетическому коду, и в местах, где появляются положительно заряженные клетки, витамин С отключает их от системы питания. В этом, собственно, и заключается невероятно важная роль витамина С в ситуации, когда раковые заболевания угрожают нашей жизни. Доктор, скажите, пожалуйста, какое количество витамина С необходимо принимать, чтобы обеспечить оптимальное воздействие его на наш организм? В данный БАД входит 100% витамина С, добытого из растений, которые содержат его в наибольшем количестве. Одними из них являются ягоды каму-каму. Это растение нельзя вырастить на плантации, оно встречается только в дикой природе. Каму-каму имеет чисто ботанический характер, невероятно ценный для нашего организма. Растет эта ягода в Амазонии на плавающих островах, поэтому даже сам сбор урожая очень сложен. Выпивая два раза в день по 25, максимум 30 миллилитров этой биодобавки, мы получим даже чуть больше витамина С, чем необходимо нашему организму в течение дня. Витамин С всегда должен быть в избытке. Если его будет больше, чем нужно, то наше тело без проблем усвоит норму, а лишнее выведет естественным путем. Но в случае недостатка витамина С, те функции организма, о которых я говорил раньше, могут быть нарушены. Допустим, к нам попадают какие-то мутационные организмы, и если в этот момент у нас не будет достаточного количества витамина С, то просто некому будет избавиться от этой угрозы. И совсем по-другому будет чувствовать себя наше тело, если мы обеспечим его достаточным либо чуть большим количеством витамина С. Всем известно, что витамин С дозировать нужно в миллилитрах, так как в природе он существует исключительно в жидком виде. Аскорбиновую кислоту можно добывать из растений, хотя раньше ее получали только синтетическим путем. В препараты с витамином С часто добавляют вспомогательные вещества, например, рутазид, чтобы усилить его воздействие. А в китайской медицине, где замечено, что экстракты растений оказывают положительное влияние на организм человека, доказано также, что зачастую большее влияние оказывает не главная субстанция, которая преобладает в том или ином препарате, а фон. Скажите, можно ли во время простудных заболеваний увеличить дозировку препарата? Я считаю, что витамин С у нас всегда должен быть в избытке, так как запасы этого витамина очень быстро расходуются организмом. Существуют патогены, которые негативно влияют на правильное функционирование нашего организма. Тогда витамин С приходит нам на помощь и противодействует воспалительным процессам. Его главной функцией, о которой я уже говорил, является влияние на синтез коллагена. Этот белок очень важен и нужен организму в связи с тем, что наше тело примерно на 30% состоит из коллагена, а, например, глазное яблоко вообще на 82%. Плюс от витамина С зависит работа многих наших внутренних органов. Его роль недооценивается, и всем нам следует начать принимать натуральный витамин С как можно раньше. Давайте представим. Мы живем в мире, где воздух загрязнен твердыми частицами, что, конечно же, негативно влияет на наше здоровье. И как раз-таки тот избыток витамина С наш организм может направить на борьбу с вредными веществами, которые попали к нам из окружающей среды. Например, тот же бензопирен может оказывать канцерогенное влияние, а витамин С в состоянии нейтрализовать его, опять же, при условии, что мы имеем его в избытке. Поэтому следует превышать минимальный порог и употреблять большее количество витамина С.
Однако не всегда стоит так делать, так как витамин С быстро окисляется. Получается, что организм успевает использовать определенное количество витамина на свои нужды, а остальное просто выходит из нашего тела. Поэтому лучше пить его чаще, но маленько. А какова вероятность передозировки витамина С? Не стоит этого опасаться. Витамин С ведет себя как адаптогенная субстанция, то есть та, которая выполняет свою роль, а избыток усваивается. Во многих случаях, когда мы имеем дело, например, с электрогенностью, то даже просто усваивая этот лишний витамин С, мы получаем дополнительную энергию. Большое спасибо.